Всем доброе утро! Сегодня 7 октября, осенний Катрангамфест. Мы находимся на новом месте, близ села Сакирна, на базе Energetic ТЭЦ. Сейчас я покажу обзор базы. Погодка у нас отличная, тепло. Вот наша акватория. Сейчас покажу вход в воду и территорию базы. Песчаный подъезд на пляже. База не на самом прям пляже, она вот буквально 20-50 метров. Вот мы видим зеленый забор. Вот такой въезд на базу. На базе есть множество лодок, которые можно арендовать. Сзади меня находятся домики, которые можно арендовать. Также можно не останавливаться и в палатках, что многие сделали. И сейчас я покажу не все домики, их много, там под 20. Я покажу парочку. Вот такой домик. Да? Самый обычный фанерный совковый домик. В каждом домике, кстати, есть холодильник и газовая плита. Это так. Кто любит комфорт и семейный уют. Приветствуем вас на открытии нашего осеннего фестиваля и поздравляем с этим. На осенних слетах всегда собираются самые оторванные, самые стойкие бойцы, реальные суровые мужики. И я думаю, река наградит вас за эти стремления. У нас был летом Одесский фестиваль морской. Приглашаем вас на морские фестивали. И также у нас есть филиал магазина в Днепропетровске. И мы планируем в этом году первый раз провести фестиваль в Днепропетровске где-то в ноябре. Почему в ноябре? Потому что у них прозрачность бывает только в ноябре. У нас курсы есть. Инструктор Александр Акулов. На наших курсах ученики реально на первых-третьих занятиях разныриваются в мутной воде до 20 метров. Поэтому, кто этот рубеж не прошел, вот, я рекомендую пообщаться здесь с нашим инструктором Александром Акуловым. Вот, если вам понравится, взять индивидуальные какие-то занятия, он вас прокачает. Вот, я сам проходил у него курсы в Крыму и взял 20-ку, ну, буквально на второй день. И скажу, что для меня это было несложно. Просто мы перед этим регулярно делали занятия, поэтому я рекомендую, он сейчас скажет свое слово, но это так от меня. Также у нас есть клубные выезды. Кто не попал на фестиваль, кто хочет развиваться, вот, приглашаем на клубные выезды. Значит, на этом фестивале, как обычно, у нас будет призовой фонд. Это 15 призовых мест, подарочные сертификаты. Будет 5 сертификатов по 1000 гривен на покупке в магазине Катранган, 5 номиналом 500 и 5 сертификатов по 300. Они будут... Первое место зависит от самого крупного веса рыбы в категории. И главный приз этого фестиваля. Мы в конце фестиваля будем разыгрывать сэндвич карбоновой лопасти для ласт. На воде мы ждем наших рыбинспекторов. Они вам расскажут последние новости, которые есть. В фестивале всегда призы дают нам спонсоры. Это стандартные спонсоры. Пеленгаз, Марлин, Фонари Форей, наш спонсор. Катранган, естественно. Также у нас на наших слетах спонсором является мастер Юра Гориславец. И в этом году он выпустил новинку — титановое ружье с регулятором мощности боя. Чем оно отличается от всех других ружей? Тем, что здесь регулятор очень хорошо работает, то есть минимум работает на 10-15%. Это ружье, кто хочет, как работает регулятор, мы даем пострелять, проверить здесь на слете. Стоит порядка $330. Это, конечно, дорого, если сравнивать там с италлопневматами, но если сравнивать с аналогичными мастерами, с титановыми ружьями такого же качества, то никто и близко не подберется к такой цене, ну, чтобы сохранить такой уровень качества и такую работу регулятора мощности. И еще один спонсор у нас добавился в этом году, это пиво Эдельбир. Вот, пиво натуральное. Спонсор приглашает его попробовать, продегустировать. 20 гривен стоит литр, но вы можете бросить столько, кто хочет. Хотите 5 гривен бросьте, если нет 20, хотите 10. Самое главное — попробовать и запомнить его название — Эдельбир. Привет, друзья, привет, подвохи, привет, коллеги.
Вначале я хочу поздравить курсантов с окончанием курсов. Павленко, Павла. Сукола Николай. Поздравляю с вступлением в ваши ряды. Развиваю спортивное направление, как и в клубе, так и морское направление. Кто вступает в клуб, члена Катранган, и вы имеете такую скидку. Ну, плюс всегда в курсе всех событий, новинок, снаряжения. Все, что выходит, все можно потестить, попробовать. Вот, кстати, вышли новые часы, кто знает, Salvimar. Так как развиваю спортивное направление, компьютер, часы очень помогают в тренировках, в задержке дыхания. Эти часы, будем говорить, по такой небольшой цене, включают в себя, значит, показывают температуру воды, глубина, задержку под водой, отдых на воде. То есть все то, что необходимо, то, что стоило денег, сейчас намного можно дешевле купить. Значит, смотрите. Я одни часы могу дать кому-нибудь потестить сегодня. Хорошо. Да, так вот, клуб также периодически выезжаем и делаем клубные выезды. Стараемся, чтобы было все комфортно. Есть и генератор бенза на 220, и все, газовые горелки, освещение, все, то есть... Доброго дня! Хотел бы вас поздоровить из вашим... виходом на Дніпро, щоб ви мали трофеї, щоб у вас було сьогодні все найкраще. Ну, хотів би сказати одне, що трофейна рибина, ви можете її виловлювати, це вага її, скільки вловите, скільки це буде ваш трофей. А так до 3 кілограм ви можете виловити. По місцях всі місця відведені для любительського і спортивного рибальства. Ну, хотів би вам побажати трофеїв і всього найкращого. Это местные голуби? Не, это перепела. Я голубей сильно. Если будет в 13 году в тему. А ну. Ну и самое главное в этом сезоне. Вишневая головешка. Именно вишневая головешка, которая придаст самый лучший вкус этой туши. Вот он, неотразимый запах этой ухи. Ну что, как дела? Мутно. Хорошо, по рыбе что-то есть? Мелкая щучка. Какую видели? Видно, и все. А по корягам. Мутновато.
Ну, не мутновато, а зеленка вот эта. Чуть-чуть мешает. Юрик, ты как раз на ножичек наточил. От 7 до 12 была нырялка. Локально с одиночки. Что-то интересное видишь? Щучку одну в лёд взял небольшую и Марина сама вышла. Доставай. Ох, молодец. Показывай, класснайся. Отлично. Юрик, а можно примерно такой? Примерно очень хороший. Это самый здоровый. Какой показывает. Красавчик. А ну давай поближе. Ну я перешел на этих, на раков. Ага. Включился на раков. Я уже там. Так, вот ромчик. И вот добыча. Суп? Да. Копченый. По-гориславски. По-кременчужски. Сугундай по-кременчужски. Вот это что, голавль? Вот это что? Да, голавль. Да? Да. Это голавль, он ничейный. Грамм 700. Так а где этот? Кантр какой-то. О, сейчас принесу. Кантр по... Да, и... А это, этот, как... А вот это вот... Я вот этого вчера заим. Ну, это не зачетный, наверное, но все равно прикольный. Ну, здесь. А это кто? А были ли линии такие? Не были еще. Не были? Вот. А вот были такие? Короче, в номинации... Не были. Это я такой. Это вот это, по-любому номинация. Вот это другой. Игорь, ты все застрелил. Сейчас здесь. Игорь, там, блядь, скользкий. Блядь, хуй на... Хрен сделай. Рыба линь 950 грамм. Давай, а что делать? О, вот это. Это я. Рыба. Ну реально я. Подожди, ну не я, рыба. Сейчас, секунду, я включу. А ну давай. Сейчас. Правильно. Включай воздух, больше получается. Я думаю, в районе тоже 900. Нет. Кило 120. Да ты шо? Вообще прекрасно. Бочка пива вся моя. Ух ты, кило. Я так... Кило 120. Кило 120. Я тебе говорю, я сейчас таких не стрелял. И так, нас... голавль. Это голавль или яйцо? Или как это называется? Голавль. Голавль, да? Упало у вас это? 900 грамм. О, лошара. Грузки повытягивай. Грузки сегодня повытягивай. Тоже хорошо. Да, ничего. Блин, ничего. Такой. Все полностью. Да. Хрена себе карась. Карась карасевый такой. Делили на троих. Все как по норме вылова. До 3 килограмм. И каждому по трофею. Нас было. А мы его кормили свинцом. Нет, печеньем. Сколько шучка? 4,42. Это подсохло уже немножко. Надо было на линейку прийти. Были? Опоздали. 4,140. Да. Я покажу. Так, кто? Это чья? Моя лысинка, Андрей Иванович. 2,01. Ну, 2 килограмма. 2 килограмма. 2 килограмма. 70 грамм. Это подходит там карась его. Да, воду селила до головы. Записывать, наверное, не надо. Не, надо записывать, а потом не попадет в категорию, он попадет в майки. Голавль. Уходил от меня, но не ушел. Это не голавль. Саш, покажи сюда. Сколько? Так, вот. Марина Пырсина. 2,83. А нельзя его на него писать, да? Свет не мешает. Кто это? Лен Киевский. 2,400.
молодец. Зам, ты претендуешь на приз. Да не. Я думаю, что... Не-не-не, я не имею права такого на тому сделать. Это кое-что. Только тот, кто готов. Там внутри рыбы. Вот, смотрите, сейчас вы смотрите. Андрюха, иди на рекламу сюда. Иди постой рядом. Я говорю, типа рекламный баннер? Да, я есть. Вот. Старенко? Уцул, давай сюда. Жди. Надо же его весь перевести. Тут, тут друзей нема. Война, войной обед. Лицо попроще сделай. Ладно, сейчас. Главное начинать говорить, потом расслабиться. Вот такое маленькое ружье, двухсоточка, со встроенной катушечкой. Смотрим с другой стороны. Анатомическая рукоять. И вот владелец этого ружья. Комментарии по мощности. Ружье отличное, очень удобное в применении. На выстрел четырех судаков бьет. Бывало такое, что и четырех карасей хороших, достойных. Ну, в принципе, очень даже интересная вещица. Сколько закачиваешь кило туда? Ну, до десятки. Больше не надо. 26. Это минимальный, который может стать центральный узел. Катушечка вот стопор снимается, и это накрутится, ну, отпускается, естественно. Поджал стопор. Я его полностью отпускаю. Вот. Чуть-чуть отпускаешь, она найдет на срыв сразу. Включай. Сколько килограмм? 2800. Во. Опа. Это уже рыба. Станься, мы не делаем ничего. Где-то там свои всяких. Кил 830. Улыбайся. Давай, я с Пашей с него. Будет заставка на афишу. Все понятно, уха это наша фишка. Нас просили когда-то ее готовить на 2 соток, но мы на это не пошли, потому что это наша фишка, это наша, наша марка, и она не меняется. То есть ее можно будет покушать только на нашем слюте. Калабы, кило 660. Давай, Саша, у него кило 150. Бери кило 150. Саня такая гнетом, Сгера по гнетом. Сразу кило 660. Крысюк Сергей, сюда, 201. Лисенко, Андрей Щука, 440 и 3 литра пива. Теперь Алексеев и Гарько, крупный кило 112. Шатохин Кирилл, кило 190 лин. Шатохин, место. Не перепутай, все нормально. Игнатов, Игнатов, Карас, кило 270. Игнатов, Игнатов, где? Вот, Тарас и Лунин. Винниченко Саша, судак 2500. Лысяк Вячеслав Щука, 4420 и 5 литров пива. Ну что же, теперь самый-самый интересный, самый последний момент, который сдвинул всю турнирную таблицу. Жосу, Леш, кило 760. Жосу, ага. Ахиенко, Лин, кило 640. Агиенко! Поздравляю! Терещенко, Гриша, Карась, 2-0! Терещенко! Поздравляю! И теперь такая самая интересная новость у нас всегда на наших турнирах зафиксирована на судах. 2830. Покажу, пожалуйста. И теперь самый главный человек, который должен еще что-то уточнить, самое интересное. Галинченко, Щука, 5270, первое место, 10 литров пива. Самое вкусное пиво, как я вам скажу. Как Юра говорит, Паша, что там на дне? А я ему говорю, хефе. Покажи на камеру, сколько пива.
Приходите к нам, да. Так, ребята, теперь тебе вкусному спонсору за пиво этот бир, которое всех напоило. Собираете? Вытяни, вытяни. У меня, по-моему, все футболки с каждого слета есть. Это самое главное. Нет, все честно. На eBay потом уже подпустим за большие деньги. Все честно. Нашего спонсора по самым лучшим подводным ружьям, которые имеют такую большую прогрессию расти во всех направлениях. И по самым лучшим аксессуарам и по всему. Юра Хариславец, покажите это, пожалуйста. Юра, это XR-ка, походу. Теперь, ребята, пройдемся по тем трофеям, которые были учтены и записаны. Значит, Дмитренко. Дмитренко, покажитесь, пожалуйста. Дмитренко. Руся! Здесь, это так. Олег, Литвин, выходи, не прячься. Литвин, Олег, заходи. Пирси Роман, показывайся. Наш уважаемый Христюк, где ты? Вот теперь ты тут. Данько. Буду сильно Влада Ковань. Я Вика. Валён, Володя! Валён! Вы за сидите, хватит! Пронин Валентин! Он отсутствует, он не знал, что его дырка. Пронин на церковь или церковь? Да. Нет, Пронин это по-любому. Пронин вон сюда. Максимов! Максим Чук! Гудзенко, пожалуйста! Гудзенко! Гудзенко! Вот будет это все. И последний человек, Ноженко, пожалуйста, покажись. Все, кстати, сделано, господа, там больше нет, и сейчас нам нужен. Значит, Саша, отпусти микрофон. 77. Первый один и последний 77. 77 участников слета. Первый Максимов, 77-й. Что, наверное, изгенерировал уже, да? 21-й номер! Ура! Пожалуйста, наши лопасти. Меняем их, как мы договорились. Поздравляю с победой. Спасибо. Вам нужно жесткость поменять другую. Это совсем вам нужно будет поменять. Все, спасибо большое. Нет, запускай еще раз меня.